Всем привет! HD Studio TV представляет. Так, 23 года в Киеве живем, он агрессивный немного, поэтому... Я понял, был. Сколько времени потратили на эту штуку? 4 часа. Круто, вы будете с нами там тусить? Ну, я же пусть. И опа! И вот так вот покрутиться, представляете, как это клево все. А самое важное, делать драки в этой штуке. Так что обязательно приходите на фестиваль, здесь будет очень круто. С вами Андрей Охота. На Dark Stage это одна из лучших сцен, так как это тяжелая музыка, это музыка альтернативная, это музыка, которая непосредственно подрывает людей не спать. Ура! Главная сцена, и только все начинается. Котрий вже тут день. Котрий? Другий? Третій? Третій? Приватся. По повне приватся. Піс. Захід-фест, піс. Все, давайте, ребят, хорошо вам отдохнуть. Опа, опа. Все так надійно, все так грунтовно. Что тут отдать? Хіба що нічого. День прийде новий. Добра наш, паненки, добра наш, панове. Вот здесь как раз мы проходим пункт непосредственно контроля. Отдыхают, разговаривают, знакомятся, это очень важно знакомиться. Марьян. О, Андрик и Марьян. Каждого человека проверяют на наличие там колющих, режущих, там алкоголя и тому подобного. Это тоже хорошо, потому что чтобы, ну, не было разных неприятных инцидентов на фестиваль. На каком бы фестивале, а? Находимся непосредственно в VIP-зоне. Здесь музыканты отдыхают, кушают и непосредственно выходят на сцену. Протилежних векторів, зникаючи з радарів стільниковий флеш. А вже ж я точно не лечу гасіння безмежних машин. Не названий мені годин.
это Dark Stage. Здесь проходит просто огонь, это месиво. Посмотрите, что там творится. И это Мош Пит. Здесь не просто люди, здесь по-настоящему отрывается. Здесь пыль, огонь, все это превращается в такое месиво, да. И, кстати, здесь каждый уважает друг за другом. Я сейчас эту камеру, я сейчас этот микрофон передаю нашему оператору. This song is called Clouds Over California. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и следите за нашими новостями.